Сегодня начало мая, точнее 2 мая 2022 года. Идет дождик. А мы хотим сейчас сделать обзор небольшого отеля вот на такой тихой улице Табидзе. Называется этот мини-отельчик Тициани. Вот она вывеска. Милый мини-отель, всего на 4 номера. Посмотрим, что есть внутри. Посмотрим номера. В этом отеле включен стоимость завтрак. Покажем, чем кормят. В общем, все-все-все подробненько сейчас отснимем. Отельчик достаточно стильный. Современный, с хорошим ремонтом. Вот здесь у нас находится ресепшн. Круглосуточная стоечка. Заселение проходит именно здесь. Принимаются к оплате абсолютно любые карты. Ну, по крайней мере, казахстанские точно. И рядом с ресепшеном есть такая небольшая верандочка. Можно посидеть вечерком, попить кофе. Ну, кто-то вот что-то другое пил. Так, потом пойдемте дальше посмотрим. Так вот, по правую сторону расположены номера. Еще раз повторюсь, всего 4. Длинный холл. Так вот здесь атмосферненько. Собственно, это весь отель. Завтрак проходит в конце коридора. Есть вот такая небольшая кухонка или отдельное помещение. Завтрак с 8 до 10. Пойдемте посмотрим, чем кормят в этом отеле на завтрак. Есть небольшой шведский стол. Чай, кофе. Масло, мюсли. Это похоже на кекс. Молоко, яблочный сок. И вот здесь посмотрите, какая прелесть. Вот это что-то в слоеном тесте, возможно, с сыром. Сейчас попробуем. Яйца вареные, огурцы, помидоры, сыр, колбаса в нарезке есть и хлеб. Вот такое небольшое помещение. На 4 номера в отеле, поэтому 4 столика. Посмотрим сейчас стандартные номера в отеле Тициани 13. Мы заселяемся в номер под номером 2. Сразу обратите внимание, достаточно все свежее, новое. При входе есть большой шкаф, достаточное количество для двух человек. Ну, 3 вешалочки есть в этом отеле. Есть и халаты, и тапочки, бесплатный сейф, холодильник, телевизор. Дальше у нас есть вот такой чайный набор. Чай, кофе, водичка, столик небольшой и 2 раздельных кровати. Показываю санузел. Интересный. Такая душ-кабина. Стильная, черного цвета. С большой лейкой, с маленькой лейкой. Есть шампунь и гель для душа. Мыло есть. Такие полотенца одноразовые и фен. Для короткого пребывания очень-очень комфортно.